Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Самонадеянный аналитик Михаил, влюбчивый тренер Владимир и недолюбленный предприниматель Кирилл. А невеста у нас Анастасия, давайте знакомиться. Любовь – это здорово. С ней не расслабишься, не выспишься и не соскучишься. Я пришла сюда найти свою любовь, а помогут мне в этом мои подруги Ирины. Анастасия, 26 лет. 8 месяцев доказывала возлюбленному, что она женщина его мечты. Но он счел ее аргументы неубедительными. Анастасия – начальник отдела в банке. Гордится тем, что всегда возвращала найденные вещи, прыгала с железнодорожного моста и спускалась в каменоломню. Мечтает усыновить ребенка из детского дома. Признается, что громко разговаривает и по вечерам принимает хвойные ванны. Предупреждает, что умеет мотивировать мужчин. Анастасия не готова связать свою жизнь со смазливым красавчиком. Выйдет замуж за крупного, амбициозного мужчину, который не побоится испробовать на себе ее рецепт благополучия. Настя, а как вы мотивируете мужчину? У вас есть особый способ? Ну, смотрите, в первую очередь, я считаю то, что женщина должна поддерживать мужчину во всем. И ни в коем случае не, вот знаете, как есть женщины, которые начинают там, вот ты что-то не можешь. Соответственно, обязательно нужно поддерживать мужчину во всем. Как она направляет человека на целеустремленность, чтобы он был, чего-то добивался? Я полностью поддерживаю этот разговор. А что там у вас с любовью? Девушка, вы настырная. Вот расскажите, как вы... Да, я познакомилась с этим человеком на общем собрании, можно так сказать, с друзьями. Мы играли в пейнтбол. Общее собрание с друзьями. То есть не встреча с друзьями, у них общее собрание с друзьями. Мне кажется, такие отношения с друзьями. Нет, мне кажется, то есть это какие-то там политизированные взгляды очень. Собрание с друзьями. И понимаете, просто как вот в одночасье, хотя у меня в принципе не было там какой-то проблемы там с мужчинами, что-то еще, недостатка внимания, но в какой-то определенный момент я просто поняла, что мне этот человек нравится. Вот я увидела его один раз, все, мы ехали вы домой. Вы не положь. Да, мы поехали вместе отдыхать. Но у нас была большая компания, нас было 13 человек. Вот, мы наконец-то поехали. Естественно, он когда приходил, он даже не знал, что у меня там уже чувства на протяжении полугода. Он, мало того, он даже не подозревал, что в этой компании вы есть. Нет, почему? Девушка, у которой на него планы. Ну, в этом плане да. Да, вот это он точно не подозревал. То есть вы не вдвоем поехали отдыхать в один номер, а поехали в компанию? Да. Как тебе вот? Ты как мой неплохая девушка. Чудный друг. Ну, посмотрим, что у них в душе. Ну и, соответственно, там уже в Закарпатье, где мы катались на лыжах, можно так сказать, что я уже была инициатором всех этих отношений любовных и все остальное. Вы соблазнили его, да? Да, я его соблазнила. Ну а почему мужчина? А что он Потому что ему уже хорошо. В это время было легче вас с горы спихнуть, чем объяснить, почему не надо этого делать, Настя. Позитивная. Позитивная, да, с чувством юмора, достаточно разговорчивая. Вот, поэтому... Ну, в этом вы схожи, кстати. Позитив, разговорчивость. А он вам, ну, хотя бы объяснялся, он хотя бы говорил, что вы ему симпатичны? Только спустя 8 месяцев он мне сказал, что да, я тебя люблю. Он мне сказал об этом, но... Прямо вот так? Да. Он чтобы сказал, вас... да, ты добилась, я тебя люблю. Вот так он мне сказал. Но, вы понимаете, но при что... этом вы были такой девушкой по вызову. Вот когда он вас Можно любил, сказать, он да. вас вызывал, вы приезжали, после этого он даже, говорил... Даже не так, не я приезжала. Я даже толком-то не знала, где он живет. Это он приезжал, когда ему было удобно. Вот по возвращении из отпуска как складывались отношения? Когда мы ехали на обратной дороге в поезде, он меня пригласил в вагон-ресторан, все красиво, все чинно, и он мне говорит, Настя, у меня в Москве свой бизнес начинается, там, ну какие-то там дела начинаются, не свой бизнес. У меня начинаются дела, ты мне, в принципе, там не нужна. Я говорю, как так? Почему? Нет. Как же, вот женщина твоей мечты. Вот, и вот это не нужна, для меня все, как красная тряпка на быка. Нужна. Все, сделаю так, чтобы сказал, нужна. Сказал. И вы за ним поехали? Ну, мы с одного города, но я стала, да, действительно доставать его звонками, смс-ками и всем остальным. То, что она решила поехать за мужчиной, в которого влюблена, это большой плюс. Вас не обижало вот такое положение вещей? Вы понимаете, я полюбила впервые, и я теперь прекрасно понимаю, что когда ты любишь, ты уже готов на все. Это болезнь. Обижала. Да, это болезнь. Да, обижала, очень обижала. И плакала я много, но, естественно, ни в коем случае не при нем. То есть это нельзя было, потому что там, я говорю, он там банально приезжал, он там приедет раз в 3 недели, он, допустим, там звонит, я там жду, все готово, все собралась, там побежала. Выбегаю, он говорит, в какой ресторан поедем? Давай, ой, ну, допустим, говорит, сейчас в русский ресторан поедем. Я говорю, а давай в китайский? Ну, там, или, допустим, пример.
Он поворачивает машину, так, вышла из машины, все, до свидания. Все, я выходила из машины, уходила, он уже. Ждать и уметь любить – это разные вещи. Но он сказал, что он умеет любить. Когда вот уже было, вот он не просто вам предложил выйти из машины, убирайся, вот что стало последней точкой, когда вы поняли и отрезвели, наконец, вот пришли в себя? Мы с ним, как бы, по сути дела, можно так сказать, встречались дважды. И вот спустя как раз 8 месяцев он мне сказал, что да, Настя, я тебя люблю. И потом он, я такая, все, опа, дождалась, дай-ка теперь я тебе покажу свой характер. Ну и все, и он поехал куда-то с друзьями, я ему звоню и говорю, а почему ты с друзьями, а не со мной? И я начинаю там звонить ему, ну почему ты не приехал ко мне? Я говорю, мы не виделись с тобой 2 недели, ты не приезжаешь, но у тебя есть время на друзей. И он просто приехал. Потому что он сказал, Настя, ты мне не нужна, я об тебя уже не только ноги вытер, это точно, а и все остальное. Ты мне не нужна. И вот сказал бы открытым текстом, поняла бы. Говорил. Ну, она очень навязчива. Нельзя быть ни в коем случае такой навязчивой, как это, потому что парней это очень сильно отталкивает. Я была свидетельницей именно начала этих отношений, когда мы все отдыхали в горах. Витя сначала производит впечатление очень такого приятного молодого человека, общительного, но потом, как выяснилось, что Витя мало того, что он не только не желал с нами общаться, он и не хотел, чтобы Настя с нами общалась, со своими подругами. А потом она все расцвела, мы стали опять общаться, и опять появился он. Василиса, скажи, пожалуйста, вот категория женщин, которых в дверь, а не в окно, это что такое? Это вот это и есть самая, девочки, болезнь любви? Потому что я, честно говоря, у меня была я такая, не ужас, испытывала ужас такого чувства никогда в жизни, потому что мне намека, шевеление ресницы хватило бы на то, чтобы понять, все, все, мне нет, было не нужно. Но такие ситуации в жизни очень многому учат. И уже в дальнейшем относишься по-другому. Это состояние аффекта. Нельзя сказать, что это сумасшествие, но это действительно аффект. И женщины с Совновской Венерой склонны к нему больше, чем кто бы то ни было. Но это повторится еще в судьбе Анастасии? Это может повториться, если Анастасия себя не будет контролировать. Вот гороскоп – это естественное проявление человека. Если Анастасия будет естественно проявляться, значит, эта история может повториться еще раз. Я не вижу страдания на лице Анастасии. Вы так об этом задорно рассказываете, как о вполне себе такой истории любви, которая была у вас, и сплыла, и были страсти, и взаимные чувства. Вы знаете, это я на самом деле по жизни оптимист, слава богу, и, наверное, только это мне помогает, потому что все это закончилось уже второй раз очень плачевно, потому что у меня уже был действительно нервный срыв, и я оказалась в больнице, и на протяжении месяца там врачи действительно, можно так сказать, боролись непонятно за что. Мне даже немножко жалко становится, да, тихонечко. Немножко жалко, я согласен. Да. Ну, вот человек, видишь, как привязывается к человеку другому и искренне достаточно любит, если, конечно, это любовь такая. И он мне в феврале сделал предложение замуж. Да что вы! Да, самое интересное! Ага! Колечко подарил, да? Кольцо да. подарил, все красиво было, сделал 23 февраля. Букет mm-hmm. огромный цветов, сделал предложение, все хорошо. Трезвый был ты 23 февраля. Он не пьет вообще. Mm-hmm. Хорошо. Он вообще алкоголь не пьет. И выскаль, конечно, да, милый, позавчера, там. Да. Там. Ну а почему свадьбу-то? А потом мы начали в апреле месяце, мы уже собирались улетать во Вьетнам. Точнее, мы улетали туда, во Вьетнам, на 2 недели мы там были. И уже, в принципе, вы знаете, начиная где-то с середины марта, у меня там были проблемы на работе. И я понимаю, что человек меня вообще не поддерживает, а только засаживает еще дальше и дальше. Вот это вот, да, парням, девушкам много не нравится, если их парни не поддерживают. Я прихожу, и говорю, слушай, я говорю, у меня проблемы. Он такой, у меня твои проблемы не волнуют, у меня проблемы. Ты меня давай поддерживай. Где ты? Где твоя энергия? Все остальное. И мы начали ругаться, ссориться. И, соответственно, после Вьетнама мы уже, можно сказать, там уже все сходило на нет. Когда у меня уже все, я опять стала слышать эти фразы, все, мы расстаемся, ты не нужна. Ух ты, еще и парень даже бросает. Но она должна была сразу понять, что он ей не интересен уже никак. Он ее вообще не рассматривает как свою девушку. Я хочу большой дом, я хочу большую семью. Скажите, для меня это всегда вот понимаете, просто... что есть не только ваше «хочу», но и «хочу» любимого человека. А если вот он скажет «я не хочу»? И либо я вырос там в большой семье, либо это тяжело, либо давай двоих достойно воспитаем. Буду, конечно, прислушиваться. Но родите 5 и возьмете 6 из детского дома. Втихушку. Нет, естественно, буду прислушиваться. По поводу мотивации. Вот прямо вот с первого, вот самого с первого вашего заявления. Мужчина, когда женится, к
как правило, он уже в том возрасте, когда сам любит совершать свои, да, поступки, да. Сам их мотивировать, знает, чего он хочет, знает, для чего ему семья, знает, какая роль должна быть его женщины в семье. Поэтому давайте вы тоже забудьте. Вы же не поводырь, вы не учитель, вы не мама этому мужчине, вы даже не его начальник. Естественно. Есть роль женщины в семье, а есть роль мужчины. Мужчина будет направлять вас. И вы будете совершать мотивированные поступки с помощью своего мужа, с помощью мужчины. Слушайте его, слышите его, вот слышите. А он, наверное, богатый должен быть, да? Не обязательно. А как 6 детей потянуть? Нет, мужчина должен быть целеустремленный. А если человек целеустремленный, то со временем все равно... Сколько он должен зарабатывать, да, для начала? И вот когда 6 будет, сколько ему надо зарабатывать? Сколько он... Ну, подождите, 6 тысяч нет? Не, ну, на перспективу, он говорит, целеустремленно. Вот сейчас он 50 тысяч зарабатывает. А когда 6, через 6 лет, значит, ну, там, я не знаю, сколько надо. Если будет зарабатывать сейчас 50, значит, будем жить на 50. Будет зарабатывать больше. А если, допустим, этот мужчина меньше 15 лет поставил себе цель, а в 23 он уже этой цели достиг, и ему комфортно и хорошо жить? Возможно. А вы его будете ведь все время говорить, нет, а ты дальше должен стремиться, дальше. Еще цель, а ему туда если не он хочется. Будет это хотеть, конечно. Вов хочет 5 детей, имея это в виду, вот, перед тем, как делать выбор. Установить учти, надо. Учти, это учти. 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 Вот смотри, подруги какие колоритные, хорошие. А там по 5 детей, мне кажется, есть. Вот в идеале... Какого мужчину вы хотите? Ну, внешне я, естественно, хочу, что, ну, мужчину выше меня. И полный? Мне, да, мне нравятся полненькие, мне нравится такого плотного телосложения мужчины. Во-вторых, я хочу с ним полного взаимопонимания. Стараться в итоге, чтобы человек действительно меня слышал, и я слышала его. Ну и третье, я хочу, чтобы человек был уравновешенный. Она хочет мужчину, который будет выше ее, и чтобы он был полненький. Вов, набирай. Что на массе, да? На массу. Все-таки на массу. Конечно. У подруг взять рецепты. Ну, тебя на массу сама подсадит. Черт. Может быть, она хорошо готовит. Блин, ну все как бы. Утром 3 батона и ведро воды. А попытайтесь сами с собой, как взрослая девочка, уже бороться. Вот, например, хотите что-то сказать, но подумайте хотя бы 5 секунд, а так ли важно то, что вы сейчас скажете. И вот просто как-то поработать над собой и самой себе прикусить язык. И вы поймете, какая это прелесть, что иногда тишина, иногда вот такой покой, иногда не все, о чем думаешь, говорить. Это тоже хорошо. Конечно. Это приходит со временем, с возрастом. Я научусь. Но она все равно должна себя как-то изменить в плане того, что если вот она хочет выбрать кого-то. Вот как фильм был, да, «Доярка и пастух», да? Свинака. Сразу и понятно, что у них общие интересы. Доярка и пастух. Король и королева. Ну, тоже понятно. И заодно они, в общем-то, он Лариса любит, говорит, песочницы. Общие интересы. И вот я думаю, как бы примерить бы к вам. Пилорама, и пароход без якоря. Вот больше даже, я даже не знаю, как вот, ну вот, вот просто вы для меня что-то вообще очень непонятно. Ни доярка, ни королева, нет. А вообще, честно говоря, я вот как вот... Начальник отдела в банке. Тогда надо какого-то типа клерка найти. Потому что мне даже муза и художник понятен, понимаешь? Я представляю художника, и какая ему женщина в виде муза нужна. А вы вот женщина никакая. Критика? Мы, конечно, можем критику дать. И каждый хочет свой адрес критику услышать. Для этого всегда есть друзья. Вам просто нужно успокоиться и поверить в себя. Вот и все. Василиса, я согласна с тобой абсолютно. Я считаю, что первый опыт в вашем случае не повторится, потому что вы выглядите как здравомыслящий человек. Но в любом случае, если наши женихи сегодня пришли сюда в расчете на тихие и спокойные отношения, то они, похоже, ошиблись дверью. К нам пришла героиня, вот как говорится, раньше все время мечтали, горящие избы войдет, коней на скаку. Да? А она сама всю деревню сжигает, чтобы мужик ее тушил. Нет. И коней гоняет. Нет, чтобы мужик абсолютно с тобой согласна. Да? Вот у меня прям такая картинка родилась. Но если надо, если время мирное, а если время военные избы горят, то она потушит. Сожгла деревню, видишь, говорит, что же делать? Кого сожгла? Деревню, говорит, сжигает сама. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Анастасия. Встречайте первого жениха.
Добрый день. Меня зовут Михаил, это тебе. Очень приятно, спасибо. Очень рад с тобой познакомиться. Спасибо. Красивый букет. Слушай, отлично. А ты без всего выйдешь. А я без всего выйду. Вот, Михаил, молодец. Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Представьте это своего друга. Это мой друг Денис. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Михаил, 29 лет. Трейдер-аналитик. Гордится тем, что всегда подает милостыню. Мечтает уехать в Испанию и заняться виноделием. Предупреждает, что принимает ванну не менее 2 часов. Признается, что разбрасывает по дому носки. Михаил встретил свою возлюбленную во время ее девичника, а потерял на одном из мальчишников. Надеется, что Анастасия не сочтет его слишком легкомысленным. Да, легких путей не ищите ни вы, ни Анастасия. Итак, в одном из заведений девчонки провожали свою невесту в жены. Знали, что она прощается с девичеством? В первый момент нет. Узнал это уже в конце вечера. И вы с ней стали встречаться? Да, у нас завязался небольшой роман. Этот роман не помешал ей? Свадьбу сыграли, она вышла замуж? Да, она вышла замуж. У нас были отношения, ну, такие, как бы, романтические, ничего серьезного. Вы были любовниками? Да. Я вообще не понимаю, кто, смотри, жену из-под венца прямо уводит. У нее счастье, может быть, они же будут и о ребенке уже думали, а он так вот все делает. Ну так а почему не вместе сейчас? Почему не сделали ей предложение? Она же ждала, она же уходила, наверное, в надежде, что она от одного мужа перейдет сразу в жены к другому. Мы жили вместе, как бы все хорошо. Потом у меня начал образовываться определенный бизнес, да, что требовало времени, усилий, сил, да, отдавать туда все свое внимание и все свое, как бы, время. Да, и у вас часто были совещания в ресторане. Да, я встречался с бизнес-партнерами, да, мы в основном встречались в ресторанах, так как партнеры были мужчинами, соответственно... Иногда в стриптиз-клуб. После этого, после ресторанов, да, мы иногда перемещались в стриптиз-клубы. Подожди, он в стриптиз, она его ждет, да, дома, вы это... И вот однажды, когда пару девушек сидела у вас на коленях, зазвонил телефон от ней. Да. Вы не услышали? Да, играла очень громкая музыка, я был не совсем трезв, и случайно в кармане нажалась кнопка ответа. Одной из поп-девушек. Я в этот момент как раз произносил тост за присутствующих дам. Я надеюсь, он пил стоя за даму. Вот вы возвращаетесь домой. Да, возвращаюсь домой, там закрытая дверь. Я звоню, мне говорят, возвращайся туда, где ты был до этого. Мне больших трудов стоило убедить, что сейчас я возвращаться туда уже не могу. В итоге меня пустили. Там уже делать нечего. Да, там делать уже нечего. Меня пустили обратно домой. И вы думаете, из-за чего, казалось бы, что такого я сделал? Господи боже мой, моя привычная жизнь. Он рассказывает про стриптиз-клуб и хочет, чтобы она не посчитала его легкомысленно. Это очень такой ничего момент. Так же, как ты будешь рассказывать про измены. И буду вообще... И внушать ей, что этого не произойдет больше. Никогда. А когда она вас застукала? Вы знаете, я убедил ее, что это был не я. Я сказал ей, что это за соседним столом люди. Потому что если уже идешь в отказку, нужно это делать... Да, надо всегда стоять на своем. Если ты уж начал обман, то это должно быть до конца. Кричали за дам. Вот врун, а. Соответственно, я уехал к маме. Потом оказалось, что все мои вещи уже там на помойке. Я пытался ее вернуть. Мне на самом деле было очень жаль, потому что я сделал большую очень ошибку, глупость. Вот. Приезжал, извинялся, дарил цветы. Очень сильно просила меня простить, потому что, ну, совершил очень большую ошибку и действительно очень раскаивался. Вот. Потому что, ну, был достаточно молод, был достаточно глуп. И кровь все играла. И закончилась на этом ваша с ней история? Я достаточно долго пытался вымолить прощение, но она меня не простила. Ой, разбил пару и свои отношения не построил. Зачем им нужен? Он думает, что конечно, будет у него... Он кому-то будет нужен такой? Мне не жалко ни вас, ни ее. Так вам и надо. И вам мало. И вам мало, и ей. Да, я с вами сейчас абсолютно согласен. А вот этот
трейдер-аналитик, это кто такой? Это мудрено очень. Трейдер-аналитик, я занимаюсь непосредственно операциями на валютном, международном валютном рынке. Ой, вы хорошо зарабатываете. По-разному. А то у нас тут, видите, мечта шестерых. Вы вообще как? И один еще приемный. Ну, шесть это очень много. А вы сколько хотите? Ну, двух. Я не говорю, что он эгоист, я говорю эгоистический поступок. Вот как вы считаете, между вами могут сложиться какие-то отношения? Мне неприятно, как бы можно так сказать, я не понимаю людей, которые идут на измену. А что значит не понимаете? А для чего? Закончи одни отношения, начинай вторые. Михаил покаялся, он говорит, что это была ошибка, он признал. Ну что, что скрывать, мы пришли за победой, как бы там ни было. Какие бы там Михаилы ни уходили. И которые, как бы они к ней не подходили вообще. Да. С какой стороны? Идеально. А что для вас страшнее? То, что он зажигался с стриптизершами, или то, что увел молодую жену, мужчины, который женился на ней? В том-то и дело, что первое это что? Что для вас страшнее? Что для вас является большим проступком? Первое это то, что обман. Обман вот этого мужчины, который действительно верил своей жене, что ты в этом. И вам правда ту женщину, которую он изменял, которая достойна была большего наказания, вам ее жалко? Мне жалко мужчину, который был с этой женщиной. Ну, Михаил рассказал об этой истории, а значит, уже какая-то часть раскаяния и понимания есть. Покажите сюрприз. Да. Я тут скачал 10 гигабайт этой передачи и смотрел все сюрпризы. Уже неинтересно, да? Уже неинтересно. Нет, реально интересно, смотри, ванна. Анастасия, я знаю, что ты тоже очень любишь принимать ванны, как и я. Вот, поэтому я для тебя приготовил небольшой сюрприз. Вот, и сейчас хотел бы пригласить тебя вместе со мной принять ванну. Я там бы хотел тебе прочитать небольшое стихотворное произведение. Вместе принять ванну – это сильный ход. Это ход конем, я думаю. Анастасия, хотел бы тебе прочесть сонет Шекспира, один из моих любимых. Вот. Твои глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плечах открытых кожа, и черной поволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек. И тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в них совершенных линий, божественного света на челе. Не знаю я, как шествует богиня, но милая ступает по земле. Но все ж она уступит тем едва ли, кого сравнениях лживых оболгали. Если на сцене есть ванна, то будет в ней читаться стихотворение. Смотри, смотри. Это логично. Молодец, да. Спасибо, парни, проходите в свою комнату. Многое сейчас о себе услышите. Ну как? Ты был, кстати, очень даже неплох. Я немножко волновался, на самом деле. Ты даже удивил ведущих. Он вытащил из двоек двойку динариев. Вот вы видите, что здесь господин играет двумя монетками. Карта символизирует то, что от отношений он ждет, но с одной стороны некоторой игры, с другой стороны он взвешивает пока еще свои возможности. И он пришел сюда, скорее всего, для того, чтобы попробовать. Это карта людей, которые внутренне думают. Ну, почему бы не сходить на «Давай поженимся»? Мне становится немножко страшно. Что тебя пугает? Карты? Ты азартный? Солдат, воин, убитый. 10 мечей в него вонзились. Но вообще говоря, о семье он пока не думает. Его задача уйти от старого, разобраться с теми отношениями, которые были до этого, еще подвести какие-то итоги. Или его размышления о семье очень теоретические, потому что мечи – это масть воздуха. То есть, в общем, серьезных зацепок к тому, чтобы считать его будущим мужем или женихом, пока нет. Но то, что он взвешивает возможности, прикидывает, присматривается, причем присматривается достаточно крепко, ищет девушку для отношений, а не для переписки по интернету. Василиса, а что ты так предвзято относишься по переписке? Вот на нашем сайте двое.тв очень даже можно симпатичную девушку найти, и переписка вполне вероятно может перейти в реальное знакомство. А вы что скажете, ваше мнение о Михаиле? Может быть, что-то другое заметили? Потому что меня застила эта история. Нет, мне понравился Михаил, действительно очень целеустремленный молодой человек. Мне очень понравился его сюрприз, потому что действительно
Ну, это очень романтично. Ага. С молодым человеком. В ванну? На первом свидании? Нет, не на первом. Это первое, да, свидание, но просто действительно в жизни, если вот так будет, вот такие сюрпризы. Потому что, когда люди вступают в отношения, они очень часто и очень быстро теряют эту романтику, когда один может сделать приятно другому. И просто заедает бытовуха. И чтобы не было вот этой бытовухи, что вот такие вот были сюрпризы. Как ты считаешь, у вас что-нибудь получится, если вот она к тебе зайдет, ты с ней увидишь? На самом деле... Мне кажется, что это не совсем мой человек. Главное, чтобы однажды, когда вы зайдете в этой ванной, не было другой девушки. Естественно. Роза, как тебе, Михаил? Ой, ты знаешь, а я даже не буду. Ну, мне тоже как бы не очень вот вся эта история. И ванна мне это тоже, я бы вообще туда бы не села, сколько не уговаривала бы. Я еще поняла, ладно бы, кольцо подарил. Я все сидела и ждала, все стихи какая-то, ванна, он там... Ну, зато сонет Шекспира. Ну и что, сонет, и что с ним делать? Вот колечко бы подарил бы, ладно уж, я тогда промолчала бы. А в принципе, даже независимо от того, собирается ли он жениться в ближайшее время, понятно, что этот мужчина 3 года, начиная с текущего момента, будет, ну не то чтобы мучиться от любви, когда-то парить на ее крыльях, когда-то страдать. То есть он будет сильно влюбляться. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Анастасия. Встречайте второго жениха. Очень приятно. Вова. Очень приятно. Проходите. У меня, у Максима, мама, когда узнала, что он идет на передачу, она оказалась безумной фанаткой вашей передачи. И за один вечер нарисовала очень прекрасные картины для вас. И я вам их подарю. Очень приятно. Спасибо. Приятно. Это вам. А как зовут вашу маму? Светлана. Наверное, Светлана? Зимний пейзаж для меня, потому что я люблю. Спасибо большое. Ну да, для меня тишина тоже логична. Угу. Спасибо, Светлана, большое. Спасибо огромное. Спасибо. Какая молодец. А второй друг, один Максим, а второй? Второй друг Денис. Очень приятно, давайте вас посмотрим. Владимир, 26 лет. Фитнес-тренер. Гордится коричневым поясом по карате. Мечтает научиться кататься на сноуборде, предупреждает, что засыпает под телевизор и не доверяет тестам на беременность. После того, как Владимир во второй раз завел любовницу, понял, что не может изменять ей с женой и развелся. Надеется, что с Анастасией у него сложатся честные отношения. Что у вас там с тестами на беременность? Проблемы? Часто есть подводили? Есть небольшие. Постоянно. Постоянно подводят. А почему-то, когда я начинаю встречаться с девушкой... А дети-то есть? Да, ну, есть. Ну, значит, не подводили. Один раз, да. Один раз действительно не подвели. Ну как, нет, подвели на самом деле. Но я решил, что если уже я обрадовался, я уже был готов, и, соответственно, мы решили все-таки завести ребенка. Дурашка. Дурашка. Почему? Ну, чтоб женились. И вот когда уже поженились... Тогда Науи по правде забеременела. Молодец. Что еще сказать? Респект. Хорошо. А она, в отличие от Насти, отказывала в интимной близости вам. А, тут да, тут было. Но это началось через полгода. И вот, когда дома не кормят, вы пошли... Да, когда дома не кормят, я пошел в ресторан. А, в ресторан или в забегаловку в какую-то? Ну, нет. Первую ресторан. Попавшуюся. Я работаю с тренером. А зачем? У него свой ресторан, вот я имею в виду фитнес-клуб. Да, я, ну так получилось, что за мной начал ухаживать клиентка, и это получилось почему-то одновременно. Ну и когда, извините за выражение, месяца у тебя все-таки нет близости, то все-таки свое мужское начало оно берет. Тест виноват. Да, тест виноват в их браке, в их отношениях. И тут опять этот проклятый тест. Да? Ну, с клиенткой там получилась очень интересная ситуация, да. Но там действительно девочка хотела, чтобы я остался с ней просто. Хотя я в самом начале обозначил, что у меня есть жена, у меня есть сын, и я их бросать ни в коем случае не собираюсь. А она вам тест? Она тест. Ну, вы говорите, ага, нашла дурака, у меня уже один раз был такой тест. Да? Не верю, говорите вы. Да. Тогда она говорит, я справлюсь, мне нужен только ребенок. Да, тебя. Но я в тот момент ее убедил
Да, хотя я знал, что тест фиктивный, но сказать ей в лицо это я не мог. Так. Поэтому я убедил сделать ее как бы фиктивный тест, фиктивный аборт. А на раз и по всему городу объявление. Ищем около моей работы. Да. С вашей фотографией. Развесил объявление около моей работы. Что за движение? Тест, аборт. Тест, аборт и фиктивный. Какие вообще некрасивые движения. Это игра очень опасна в жизни. Ну так если жена все прощала, и вы любили, и не хотели никуда уходить, почему все-таки расстались? Когда начинаешь изменять, ты уже перестаешь любить человека, так как вначале. Ты уже не готов свернуть горы, ты не готов и удивлять каждый день. То есть, а хочется, чтобы это было искренне. Вот. Прям со всей душой. И когда этого нет, ты понимаешь, ну, все заканчивается. И она прям все не кормит. Подождите, какая нет, интересная потом зависимость. Было, принципе, не потом важно. Кормила, только он уже сел на диету, на другую. На самом деле, для меня это очень дико и непонятно. Я бы над такими вещами не шутил. Это любая девушка, когда просто фиктивно говорит, что она беременна, и фиктивно делает аборт, не то, что общение поддерживает. Это неправильно. Как считаете, кто вот в этом разрыве, кто виноват в том, что семьи не получилось? Я думаю, оба виноваты. Ну, наверное, больше я, потому что я книжки поддался. Нужно читать. Когда женщина рожает, нужно ей дать время, чтобы она пришла в себя. Вы ведь с женой расстались, а ребенок при чем? Поначалу она говорила, что Витя, когда угодно, без разницы. Она сочла, что вы недостойный отец. И что вы ничего ребенку дать не сможете? Видимо, да. Но как только появился у нее молодой человек... А он появился скоро после расставания? Через 3-4 недели. Опаньки! Недолго, а может, и был он? Недолго страдала. Да нет, вроде не было. Она очень, очень действительно страдала. То есть она приезжала ко мне в Москву, говорила, давай все наладим. Но недолго она. Но она сейчас не с ним, я так понимаю. Она вышла за него, и у нее ребенок от него еще один. Скажите, Анастасия не слишком активна для вас? Почему? Я очень активен, на самом деле. Почему вы решили, что я не активен? Нет, я не решила. Нет, мне нравится. Мне нравится, когда человек очень активный, с ней хочется продолжать, хочется дальше, хочется, чтобы она шла за тобой постоянно создавать какие-то моменты и ситуации, чтобы это было. Это здорово. А 6 детей как перспективы? Ну, возможно, много, но это жизнь. Честно. Для начала, я рассчитывал на 3 детей. Два – это демографический кризис все еще в силе, а 3 уже хорошо, мы помогаем. Но имею уже одного ребенка. Нет, с девушкой. Давайте конкретно. Если Анастасия будет настаивать на 6, а она будет настаивать, вы можете сказать, что вам это не нужно? Она же готова за мужчиной пойти в тайгу и все остальное. Почему она будет настаивать на 6 детей? Она пойдет, и она будет по дороге в тайгу рожать. Сколько она захочет. Ну, будем смотреть, это жизнь. Нет, она пойдет с тобой там, а потом покажет свой характер, как, что ей нужно. Вам нравится Анастасия? Она симпатичная девушка. А вот у меня вопрос, Настенька, все в жизни бывает. Вот, да. 6 детей, хорошо. И живите долго и богат, как говорится, умер. Или ушел к другой. Пускай живет, ладно. И что вы с 6 детьми будете делать? Я сама достаточно целеустремленный человек, поэтому я буду стараться делать все тоже как бы и работать, и все остальное. Хорошо, родите одного, а там посмотрим на ваши принципы. Если вашему мужчине удастся уговорить вас на второго, посмотрим. Покажете сюрприз? Да, конечно. Мне в моем сюрпризе помогут ребята, они сейчас выберут 3 девушек из зала, какие им приглянутся, может, кстати, что-то и у них получится в этом плане. И мы все вместе покажем сюрприз. Давай. Ладно? Поехали. Какое счастье, что вы не переодеваетесь. Так, девушки. Можно вас? Да, пожалуйста. В районе сцены, пожалуйста. Мне кажется, сейчас девчонки покажут, что они умеют. По-моему, очень симпатичные, посмотри, какие пластичные девушки.
тебе нравится, как девчонки, которые танцуют. Владимир, как танцует, да? Владимир, я на девчонок смотрю. Проходите, пожалуйста, в свою комнату. Ваше время стекло. Спасибо. Бабник. Бабник. Еще будет сколько лет этим бабникам, неизвестно. А он и был. И как будто бы он от этих красоток, они ему не нужны, и он к вам с цветами. Не верьте, не верьте. Он еще будет гулять очень долго. Мой опыт подсказывает, и мой глаз так. А вам что показалось? Ну, он симпатичный молодой человек. Конечно, он об этом знает, и ему об этом говорят. Да. Ну что, Вов, понравилось? Настя, тебе нет? Девушка хорошая, у нее огонь в глазах, мне это нравится. Но девочке больше подходит первый парень. Что скажете, Анастасия? Да, я могу сказать, что мне тоже кажется, что легкомысленный, но он достаточно разорвется. Молод. И да, чем больше будете устраивать ему слежки, проверки, он будет как ртуть. Пусть погуляет пока, да? Конечно. Ну, то, что он сексуального партнера ищет, это понятно, не жениться. Ать, куда ей 26 лет? Господи, ей уже бежать надо замуж. Василиса. Ну, на самом деле, история его ничуть не лучше, чем история Михаила, хотя как-то вы сделали, мне кажется, ему шаги навстречу. Потому что, ну, подумайте, он был женат всего-навсего 2 года. В эти 2 года уложилась беременность и уже 2 измены. Ну, то есть... Это произошло просто моментально. Фактически он испортил отношения с супругой и ушел из брака. И гороскоп у него говорит, что он классический сластолюбец со своей тельцовской Венерой. Да, это действительно так, так будет еще долго, но вытащенные карты все-таки говорят о его пользу больше. Во-первых, 2 кубков. То есть то, чего он ждет от отношений, это прежде всего любовь. И то, как он представляет себе семейную жизнь, 10 жезлов, человек, который бедный тащит, упирается в гигантскую связку дров. Человек, который просто не может столько на себе тащить. Ну, Василиса много правильно тебе сказала, я думаю. А может она как цыганка? Да? Цыганки что? Они хорошие психологи. Я предлагаю Анастасии встретиться с 3-м женихом. Проходите. Привет. Привет. Меня Кирилл зовут. Очень приятно. И мне нравится твоя целеустремленность. И я надеюсь, ты меня поставишь на истинный путь. И это укрепит наши с тобой будущие отношения. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. С кем вы пришли? Я пришел с своим лучшим другом, Салават зовут. И своим родным братом, Максим зовут. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Кирилл, 25 лет. Индивидуальный предприниматель. Гордится тем, что самостоятельно заработал на автомобиль. Мечтает купить дом в Израиле. Признается, что не умеет говорить «нет». Предупреждает, что его необходимо мотивировать. Возлюбленная Кирилла приняла предложение руки и сердца, а через месяц ушла к другому мужчине. Надеется, что Анастасия умеет отвечать за свои слова. Смотрите, Кирилл, обычно девчонки хотят, чтобы им сделали предложение, торопятся, спешат замуж. А вы сделали девушке предложение, она от вас убежала. Как вам кажется, почему? Я думаю, может, она или увидела в другом человеке что-то другое, или не видела во мне то, что ей именно надо. Может, какой-то нехватный. Ну, вы же встречались, у вас были с ней романтические отношения. Да, были. Вместе не жили. Жили. Вместе жили. Да. А почему вы уехали один отдыхать в Израиль, а не с ней вместе? Ну, я в основном последний раз, когда уезжал в Израиль, я уезжал, когда у нас, ну, была ссора. Из-за чего? Ну, на бытовой почве. Слушайте, ну... Какая бы ссора ни была, билеты покупаются долго, и виза готовится какое-то время. Всегда есть повод примириться. То есть это уже такой нам, женщинам, сигнал, что вы, в общем, ее оставили и поехали себе развлекаться. Кто же это? Знаю, знаю, о ком ты, Миша. Снус-мумрик. Снус-мумрик? Помнишь такого чудесного персонажа? Это такой голубенький в белой шапочке? И вот вы уехали в Израиль, но она вдруг вам позвонила. Да. Она позвонила, спросила, где я.
Но она не знала, что я уехал. Вы говорите, ну не ремонт же я делаю, в конце концов. Отдыхаю я в Израиле, нравится мне здесь. Она говорит, я тебя жду, встречу, когда прилетаешь? Нет, она, это я очень соскучилась, спросила, когда прилетаешь. И у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Я говорю, давай, как бы не томи ожидания, в чем заключается твой сюрприз. Потому что там оставалось еще отдыхать мне 2-3 дня. Кирилл, она говорит, хочу тебя по рогам погладить при встрече. Нет? Нет, и понимает, что... Она будет главная в семье, если, нет, дай бог, да, ей именно этого и надо. Да. Чтобы она и была главной. И происходит такая ситуация, то, что я позвонил, прилетел, все нормально, и выхожу, иду к Славе. И Славик смотрит, что-то куда-то по сторонам смотрит. И я поворачиваю голову, и она бежит. Я не ожидал то, что она будет... Не то, что она просто выйдет из машины, просто со стороны будет бежать. Ну, какое счастье. И вот вы начинаете вместе жить снова. Да, все начинаем снова вместе жить, все хорошо, замечательно. Но спустя, после возвращения, месяц проходит, она мне говорит, Кирилл, я тебя не люблю. А вы ее замуж не звали? Она вам раз намекнула тем, что ушла от вас. Потом решила вам намекнуть тем, что она возвращается опять в надежде, что вы ей сделаете предложение. А вам и так хорошо. Ну, и она думает, что она будет с вами... Я ей сделал предложение, и она же ушла вот через месяц после моего предложения. А потом через полгода вернулась снова. Какая-то странная девушка. Чего, может быть, неправильно сделали ей предложение? Ну, я не знаю. Мне, когда я об этом думал, я и советовался с друзьями. Ну, может быть, как-то неправильно было. Кольцо, ну, скажите. Конечно. Да. Предложение, как положено все это. Кирилл, вас воспитывала с братом бабушка? Нет, меня бабушка воспитывала. Угу. А потом, когда брат родился, бабушка уже не было таких сил, чтобы взять еще одного. Поэтому брат воспитывался с родителями, с родителями, да? А почему вас мама бросила? Ну, у меня не то, что бросила. Конечно, бросила. Это именно так называется. У вас разные отцы или один? Один. Почему она от вас уехала? Ну, она... Так вот, я считаю, что она не любила меня. То есть для того, чтобы не чувствовать вот эту пустоту и одиночество, вы, да, привели женщину, да? Да. Женька, ты смог сказать, что тебя мама не любит на всю Россию? Я бы не смог, правда. Я хочу для Анастасии сказать. Кирилл, на фоне этого, на фоне того, что не складываются отношения там у его родителей, нет полноценной семьи, вот, хочет сделать все наоборот. Вот. По сравнению с семьей он готов... С моими детьми он занимается очень много, вот, я его прошу. Только его надо направлять. О, это мы запросто. Да. Кирилл... Направлять и мотивировать. Анастасия, а вы видите, ну, хотя бы какое-то будущее с Кириллом? А почему нет? Да? Да. Прекрасно. А я очень хочу посмотреть на сюрприз. Сейчас покажет какой-нибудь классный сюрприз. Круче, чем... Нет, круче не может быть. Ты хочешь замуж? Предлагаю тебе покорить эту гору и воздаться на этот пик и услышать заветные слова «давай поженимся». Хорошо. Давай. Давай поженимся. Ничего. Очень оригинально, мне кажется, да, смотрели? Круто. Молодцы. Верю в ваш союз. Все у вас получится. Забирайте друга, проходите в свою комнату. Какой Кирилл, посмотри-ка, да? Ну что, Ирина и Ирина, скажете? Хороший мальчик, очень хороший. Mm-hmm. Но и стержень хороший. Слишком много мотивировать его нужно, мне кажется. Даже Насте это не подсилу. Не то, чтобы мотивировать. Ему нужна мама. Ему нужна жена, мама. Уже нет, 25 лет. Мне кажется, для Анастасии это единственный вариант на сегодняшний день устроить свою собственную семью. С другим мужчиной я даже ее не представляю.
Я верю в этот человек такой, довольно-таки тоже целеустремленный, мне кажется. Достаточно. И вы, наконец, убавите свой вот этот бег, прекратите, и вы, наконец, станете женщиной, вы с ним расслабитесь, потому что он вас будет любить любую. Ты выйдешь, если он зайдет в комнату? С огромной радостью выйду. Ну, с огромной радостью. Мне кажется, сильнее мотивации двум людям соединиться и дать друг другу то и получить, ну, не может быть вообще. А я что, за карты, Василис? Я расстроена, потому что карты говорят, он в замешательстве и не понимает, чего ему нужно от любви. То, что он ждет от отношений, это карта двойка мечей. Она говорит о внутреннем хаосе, который в нем поселился. Он выбирает, но не понимает, из каких вариантов выбрать. Он блуждает в темноте. Он как эта женщина с завязанными глазами, которую дорога ведет в разные стороны, и мечи указывают в разные стороны, а куда податься, она не знает. Он сам не знает, кто ему сейчас нужен и какой человек ему сейчас нужен. А зачем все это? Карта ожидания от семьи. Это самая счастливая, на самом деле, семейная карта. Ждет он семью, полную чашу. Если видно, то здесь изображены дети, муж с женой счастливый, обнимающийся. Конечно, он хотел бы счастья, но ему нужно изначально преодолеть вот этот самый первый этап. Ему нужно научиться выбирать самому. То есть ему нужно формировать выбор женщины. Не просто кто подберет и кто замотивирует. И я должна сказать, что в гороскопах я не вижу больших пересечений. Он антипод того мужчины, который вам нужен на самом деле. Одна карта все это может испортить. А вот то, что вот в семье все правильно. После рекламы мы узнаем, в какую дверь постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. Неспокойно у нас было, правда, девчонки? Но нужно-то выбрать жениха одного. И одного. Кто он? Михаил. Кого советуете? Да, Михаил. Михаил? Мы с Ириной советуем Михаила. Почему? Неожиданно. Ну, я вижу другого человека рядом с ней, но... Из двух слов надо выбрать меньшее. Но по духу на данный момент ей ближе Михаил. А вы сделали свой выбор? Да, я уже сделала свой выбор. Спасибо. Роза? Сладострастный муж и жену свою распутную делает, а вот добропорядочный, добродетельный, вот с таким мужем и жена добродетельная, ну, конечно, Кирилл. А кто сказал, какие планы у Господа Бога? Вот будет вместе дорогу осваивать. Я за Кирюшу. Ты самый лучший жених. Нет, это тут бесспорно. Я но потрясающий. Кирилл, но для нее подойдет лучше всего Кирилл. Странные, конечно, пожелания подруг. Михаил. Они не хотят вам счастья. Они хотят сделать вас несчастливой женщиной на всю жизнь. Вы же понимаете, что с Михаилом у вас ничего не может получиться. Я думаю... Кирилл действительно тот мужчина, с которым у вас может что-то случиться. Я за Кирилла. А звезды? Однозначно, Михаил, у меня даже нет сомнений. Я считаю, что здесь нет, может быть, полного совпадения. Но вы, кстати говоря, и не требуйте от мужчины его мужской верности. Вам важно, чтобы в мужчине была какая-то энергетика. Я считаю, что самый правильный для вас тип энергии сегодня из присутствующих мужчин был именно в Михаиле. Но я не могу также к мужчинам, уже готовым к браку, отнести ни Владимира, ни Кирилла. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Ксения, 23 года, номер 3023. Тренер по фигурному катанию. Любит верховую езду, катается на квадроцикле и снегоходе. Знакомится с высоким спортсменом с ухоженными руками и татуировками на теле. Твиги, 27 лет, номер 3024. Стилист-парикмахер. Рисует, шьет, занимается рукоделием, ходит в походы. Знакомится с мужчиной 25 до 40 лет, который уважает женщин и дорожит семейными ценностями. Мы не знаем, выйдет Анастасия одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте ее поддержим. Привет. Еще раз. Привет. Я не знаю, что получится дальше, но на данный момент я очень хочу получить твою поддержку. Настя, я тебе честно скажу, ты прекрасный, чудесный и... изумительный человек, но я думаю, что у нас вряд ли бы что-то с тобой получилось, потому что мы
совершенно разные, не похожие друг на друга люди. Что случилось, Настюш, почему одна? Ну, к сожалению, жених меня не поддержал. Что сказал? Я попросила поддержку, но сказал, что не получится даже поддержки. Михаил. Что, что, почему? Почему? Ну, мне кажется, у нас вряд ли что-то бы получилось, и поэтому... Разговора об отношениях не было. Да? Просто а можем переиграть поддержку. Сейчас. Посмотри, какой парень готов жениться. Ой, боже мой, что вы делаете? А, Настя? Настя, 3-4. Кирилл. Посмотрите, какие глаза. Посмотрите, он как расстроился. У него глаза в слезах. Кирилл, иди сюда. Я не знаю, сложится пара у Кирилла и Анастасии. Время покажет. Но если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала и становитесь участниками программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи! Я сменила работу, сменила номер телефона, жила некоторое время у родственников. А еще бы, наверное, если бы продали квартиру, бизнес записали бы на дочку, естественно. Да, ну, или наверное, да. Я его любила безответно 3 года. На что родители сказали? Вайме! Одна была смешка просто. Если ты этого не сделаешь, я убью тебя и твоего ребенка. Это называется дурная голова, рукам покой не дает. Она сказала, это моя машина, сделай так, как я тебе говорю. Лба нет, вся в прыщах, нос, как будто ее 5 матерей рожали отдельно.